справа, так сказать, от меня сейчас левые, слева вроде правые. И вот в центре Москва, Россия, как ей положено быть. Там, значит, определилось агрессивно покорное большинство и демократическое меньшинство. Это из истории наших съездов, партийных съездов, дореволюционных, мы знаем, как происходили, зарождались фракции, как делились на большинство, на меньшинство, на большевиков, на меньшевиков. Сейчас вот предполагается организовать фракцию, так сказать, на базе московской и некоторых других делегаций. Значит, и нам предлагается организовать свою фракцию какую-то, может быть, Средней Азии, может быть, Сибири вместе объединиться, мы там рядом. Вот. Думаю, что призывы эти, хотя они оживляют работу съезда, они оживляют тот процесс демократизации, который у нас набирает.